Привет, ребята, на канале Сахалас, и сейчас мы попробуем вывести эпического усталоса, да, Ваниш? Угу. Как он выводится? Он выводится с мочарок плюс удар. Быстро его надо жлить. Мы ищем с мочарок. Да, насколько он закачал? На 12. Он редкий, на 15. Давайте. Нет, обычный. А, нам нужно, наверное, какой-нибудь янтаря. Да нет, мы уже закончили. Давай еще раз. Есть. Скоро будет. Пожалуйста. Йо. Давай еще. Надо ванну маленький. Мелки на ванну. Давай еще. А колданочки мы промотаем. Это? Потому что дамочки просто. Пожалуйста. Один четвертый сильный. Редкий смычок. Да, что ж такое? Ладно, редкий смычок сейчас. Меня просили вывести эпик Йоли, да, у меня пока занят остров. Поэтому я единственное, что могу где попробовать, это, наверное, сезонной хижине. Это пузаец плюс хула, если вы не знаете. Можно вывести эпик Йоли. Попробуем эпик Йоли вывести на сезонной хижине? Да. Пузаец плюс хула. Зажигаем факела, которые у нас есть. Спасибо вам всем огромное за то, что зажигаете наши факела. Так, это мы подадим. Итак, пробуем удачи. О, господи. Пузаец плюс хула. Пузайчик плюс хула. Ну и... Пузайка! Давайте, у нас все. Ладно, попозже попробуем еще раз. А здесь у нас, кстати, тоже кто-то интересный получился. Здесь не знаю, кто получился. Сейчас посмотрим. Наверное, редкий дичь тут. Еще 8 часов целых. Завтра такой знаем с утра уже. То есть здесь уже поздно, потому что... На костях у нас тут кто-то делается, но пока даже не знаю кто. Даже не понимаю, кто это, ну ладно. Просто эфира сейчас еще попробуем вывести шопу. 3548 раз. Пытаемся вывести шопу. Шопу. Шоп у нас не получается вообще никак. Попа. Не знаю. Но... Это попа. Давай. Кто это? Это... Свардивер, что ли? Это редкий свардивечек. Это редкий... Да, вот. Это эпик. Вот редкий. Бомжикала. Похоже, мы выберем редкого свардивера вместо шопа. Ну ладно. Бомжикала. Бумшика, шакала. Ну ладно. Шакала. И такое тоже бывает у нас. Мы посмотрим, пойдем, что мы еще можем вывести на каких островах. Сейчас только мы быстренько соберем все наши вкусняшки на бублинах. Вань, ты слушаешь какую-то штуку? Кучу. Она слепит нас в экране, как маленький ребенок. Какой-то кошмар. Так, бежим. Смотреть, кого еще мы можем вывести. Так, тут у нас обычная камбушка, мы ее высечем сейчас. Ставим в камбушку. Еще я смотрю, как это есть вывести, попробуем сейчас. Эпик пингвана, попробуй сделать. У нас получился эпик пингвана. У нас получился эпик пингвана. Кто просил? Мы вывели эпик пингвана. Первый эпик, которого мы смогли именно скрафтить, именно не сегодня. Вот это, по вашим заказам, эпик пингвана. Или
Эпик, не знаю, конкурсы, про прибор. В общем, мы потом узнаем, кто это. Потому что это Эпик? Да. А еще есть Эпик Кангушка, может быть? Нет, с таким крафтом не может получиться. Эпик Пропиборг? Если Пропиборг делать... Эпик Пропиборг не может быть? Нет. Ну, в общем, завтра... Это в общем, завтра мы узнаем, кто это. Если это не Эпик Пенеглан, я оторву Ваню Кову. Скажем, что так и будет. Но мы очень надеемся, что это Эпик Пенеглан. То, как вы просили, мы его вывели. Ну, об этом мы узнаем завтра. Ну, а вы будем на канале Соколов. Не забывайте подписаться на наш канал, поставить лайк. Всем пока-пока. Всем пока-пока.